Всем большой привет, спасибо за то, что на мой канал, и сегодня я снимаю видео, кто же выиграл в моем конкурсе. Итак, вот эта программа называется Random Up, то есть розыгрыш призов. Вот приложение помогает проводить розыгрыши призов в группах администраторам групп. Так, выбираем фильтр пользователей, лайкнувшие, поделившиеся друзьями, все пользователи группы, только лайкнувшие, кто участвовал в конкурсе. Ввести URL поста или группы. Пост. Вставляем. Жмем далее. Загрузка пользователя идет. Вот число участников, которые лайкнули пост. То есть это Виктория, Ксюша, Аня, Настя и Влада. Итак, выбрать победителя. И выигрывает у нас Аня Васильченко. Что ж, поздравляю тебя, Анюта. Ты стала у нас победителем. Надеюсь, что ты будешь рада. Мы с тобой спишемся ВКонтакте. И я тебе пошлю, конечно же, письмо и лакомство, игрушку тоже для твоего питомца. Вот. Ну что ж, надеюсь, что вам всем понравилось это видео. Поставите пальцы вверх, порадуйтесь за Аню и не расстраивайтесь, что вы не выиграли, потому что в следующем конкурсе, может, выиграете именно вы. Вот, поэтому не нужно расстраиваться в каком-то одном конкурсе. Вы выиграете, даже, может, два или три раза в одном конкурсе можно выиграть. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось это видео. Никто не обижается. Вот, хоть и Аня не рисовала рисунок, но просто вот так вот программа выбрала рандомно, то есть победителя из всех участников, которые лайкнули именно эту запись. И Аня здесь есть, вот она. Вот, поэтому, в принципе, вот так вот он рандомно выбрал. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы не будете обижаться. Также поддержите Аню, поздравите ее. Напишите под этим видео комментарии, поставите лайки, подпишитесь на мой канал. И также не будете расстраиваться, как я и говорила, потому что расстраиваться это, ну, как бы неправильно, потому что мало ли кто выиграет. Может, выиграла бы именно ты, которая сейчас сидит. Просто программа так выбрала, и я не подстраивала это, просто так получилось, я все у вас на глазах делаю, я просто ничего не подстраивала, просто нажала на программу, выбрала лайкнувшие, которые вставила пост группы и выбрать победителя, и все, которые лайкнули мою запись, вот оно вот так вот и выбрало. Просто если бы я выбирала сама, это было бы как-то нечестно, потому что я бы выбрала, например, свою подругу, вот, а так именно вот программа сама выбирает, поэтому это будет намного честнее, чем я выбирала бы сама. Поэтому надеюсь, что никто не расстраивается, обязательно кто-то другой выиграет в следующем конкурсе, который у меня будет. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем до новых встреч, увидимся очень скоро в следующих видео. Пока-пока!